Обмен опытом, экономические и культурные связи – эти темы стали главными на совещании с китайцами. В июне прошлого года ульяновский город Чанша из провинции Хунань заключили договор о сотрудничестве в сфере туризма. Нынешняя деловая встреча, которая прошла в Ульяновске, стала ответным визитом делегации из Поднебесной. Сейчас эта территория Китая активно развивается в плане привлечения в свою экономику инвестиций. А это и обмен опытом с ульяновцами, и возможность завязать экономические отношения. В 2015 году ВВП Чанша достиг 130 миллиардов долларов. Это позволило городу занять 6-е место среди всех административных центров Китая. Здесь производят сельхозтехнику, автозапчасти, электронные приборы и устройства, продукты питания, цемент, резину, керамику, бумагу. Они занимают ведущие позиции по привлечению инвестиций, иностранных инвестиций в стране, поэтому Ульяновск является также лидером по привлечению инвестиций в Российской Федерации, поэтому на этом поле как по методике привлечения инвестиций, так и по отдельным самим инвестиционным вопросам есть много общего для обсуждений, поэтому в этом формате и шли переговоры. Только за последний год инвестиции, которые привлечены были в развитие данного городского округа, это более миллиарда долларов. Поэтому мы сегодня видим, что очень многое похоже. Стремление расти за счет инвестиций. Попытка развивать культуру и как бы на этом развивать сам туризм, который и визной туризм, который позволил бы обмениваться делегацией по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Казань-Ульяновск. Говорили не только об экономике, стороны активно обсуждали и культурное сотрудничество, в частности, туристический красный маршрут по тем местам, которые связаны с именем Владимира Ульянова. Я очень надеюсь, что люди из Ульяновска будут заинтересованы в культурном обмене и посещении города Чанша и провинции Хунань в целом. Я надеюсь, что сотрудничество с каждым днем будет крепнуть. У нас очень много точек соприкосновения. И одна из наиболее интересных – это открытие в Ульяновске центра китайской традиционной медицины. В ходе беседы договорились о следующем визите китайцев в Ульяновск. Планируется, что бизнес-делегация приедет для посещения инвестиционных площадок и проведения деловых переговоров.